Привет, ребята! Вы смотрите «Слова ловушки». С вами я, Мишутка. Эх, что-то я копил-копил, а совсем мало накопил. Ни на велосипед, ни на самокат не хватит. Разве что на шоколадку. Ну, ничего. Не в деньгах счастье или не в деньгах. Вы знаете, как правильно поставить ударение? А я знаю! Оказывается, в пословице «не в деньгах счастье» ударение нужно ставить на «е», не в деньгах. А вот если пословица «ни при чем», и мы просто говорим про деньги, то ударение переходит на «а». У меня в деньгах полная неудача. Или так, желаю вам удачи в деньгах. Ну вот, в эту ловушку вы уже не попадетесь. Смотрите нас каждый день и узнавайте новое о русском языке. До новых встреч на канале «Карусель».